Ну, вот они идут тут. Жених и невеста. Potomstwo, które was Bóg obdarzy. Czy chcemy?
Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał naszą żonę łaskę wytrwania. Да, вот так мы приехали чуть-чуть раньше. Это было случайно, конечно. Дело в том, что мы, во-первых, время перепутали. Ну, не перепутали, они знали, что здесь на час отстает время. Поэтому мы приехали раньше, и благодаря этому мы попали вот на такую процедуру,
как говорится, нарочно не придумаешь, да? И скажи, какие процедуры? Ну как, свадьба. Ну не свадьба, а как это называется? Венчание. Да. Причем в костюре. В костюре, да. Вот надо было бы, конечно, у них узнать про эту Вишневскую. Да? А, мы туда проехали. Мы там перейдем, да? Наверное. Угу. Замечательно. А эта улица называется Вишневского. Вишневского, да? Да, кардинала Вишневского. Слушай, Вишневский. А она Вишневская. Ну вот, все ясно. Да. Так, ну мы идем туда, где стоит машина. Слушай, а нам сейчас надо туда. Перейти, ну вот там переходим. А этот костел мы видели, да? А это не костел, это университет. Это университет. Это нам надо будет дольше пройти. Нам надо будет по набережной пройти. Вот это оказался университет, и мы видели, видно, студенты, выпускники получали дипломы, одевали мантии специальные, шапочки, и мы как раз кого-то видели там в это время. То есть выходили, прям удачно. Да, их там поздравляли. Вот удача, на час раньше приехали, увидели то, чего бы мы никогда бы и не увидели. И кто знал, что это университет, оказывается. Да, университет. А мы решили, что это костел. Костел? Ну нет, костел не похож, конечно. Вот то, что университет, это, конечно, неожиданно. Вот она, Стелла Марис International Seamen's Club. International Seamen's Club моряков. Да. Международный клуб моряков. Хотя нет, студенты стояли там. Ну, во всяком случае. Несколько зданий. Может, несколько зданий, да. Может, несколько зданий. Да.